Всем привет! Вы на канале Мисс Арина. И сегодня у нас челлендж шоколад. Будем угадывать разные вкусы шоколада. У нас очень много шоколада. Да, да, Вик? Есть набор шоколада. Тут даже одна с печенькой. Ну что, давайте откроем, посмотрим, какие у нас здесь есть. У нас здесь шоколадки. Есть две повторки. Это кефир или йогурт. Йогурт. И две вот такие желтенькие. Йогурт. Такие вот, они еще не открывай. Наверное, идут с воздушными пузырями. И вот такая вот с печенькой. Одна. Калине, марципан. Малыш, один тебе уже выбрал. Я смотрю. Давайте уберем те, которые у нас повторяются. Акасия. Это вот желтенькая и беленькая. Да. Акасия. Вот так, вот так, вот так, и вот так. И вот так. Я, как всегда, в очках. Надеваю очки. Давид, какую первую шоколадку дадим Арине? Давай, вот это. Вот эту? Да. Давай, мама откроет ее. Вот такую. Вот, не будем ее пока насыпать. Интересно. Угадал Давид ее или нет? Давид, ты будешь пробовать? Да. Ну, конечно. Кто же подумает, что он пробовать не будет? И такая вот она у нас. На, корми сестру. Быстро вот уже открывает. Давай. Ну как? Вкусно? Вкусно. Да, это, по-моему, с кофе. Тебе семечка. Это, друзья, был марципан. Фу, хайс. Это салфетку я выкину. Давай, дай. Приступаем к следующему. Шоколаду. Так, первую Алена угадала. Давид для нее приготовил уже вторую шоколадку. Так, ну не говори, какая она только, хорошо? Все мы знаем, что ты все прекрасно знаешь. Но говорить не нужно. Да. Пока она не попробует. Угощай сестру. Арине. Тебе? Нет, это Аринке. Арине. Это тебе. Это йогурт. Йогурт! Молодец, Арина угадала. По вкусу это можно угадать, потому что там молоко. Давай, дожевывайте и приступаем к третьей шоколаде. Давид, как ты думаешь? Что Арина не знает? Какой вкус шоколадки? Какой? Подумай хорошенько. Какой мы дадим? Вот эту. Вот эту. Договорились. Берем Арине вот эту шоколадку. Интересно, какую мне мама шоколадку даст? И какую Давид будет? Какую Давид тебе даст? Он сегодня угощает. Печенька. Да, Давид подсказал. Нет, потому что там чувствуется печенька. Хрустящая. Оно хрустящее еще. Да, Давид, оно хрустит. Но ему можно было еще с орешками перепутать. Ну, ты же не перепутала? Да. Ну ладно, молодец. Две угадала, одну не угадала. Давид, продолжаем. Какую дадим? Синюю. Давай синий. Какой синий? Не хочу вот эту. Давид, не подсказывай. Не подсказывай. Ты подсказываешь, Аринка все угадывает. Потому что ты подсказываешь. Ты обиделся? Это я сейчас обижусь. Подсказываешь еще и обижаешься. У нас же тут конкурс. Не для обидчивых, между прочим. Да, кстати. Я сам буду снимать. Давай. Мне? Аринке. Ну, тогда я говорю. Это для тебя. Ну, хочешь, ну, как хочешь. Черный шоколад? Ну, пробуй. Похоже на черный шоколад больше всего. А если хорошо распробовать? Нет,
черный шоколад. Это молочный шоколад, пралине. Не угадала. 2-2. Так, Давид, ты будешь дальше выбирать? Нет. Я хочу, вот эту. Вот эту, хорошо. Так, Давид, берем вот эту. Попробуем Давида. Смотри, вот это гадает. Кофе. Да. Понятно. Тогда я люблю. Дайте мне шоколадку. Пальцы оставь Давиду. Они ему еще нужны. Это молочный? Да, друзья, это молочный шоколад. Рина уже 4 угадала, ты ему угадала. Вы еще не наелись? Нет. Нет, ну, конечно, осталось еще много шоколада, еще большие. Ложка супа бы точно в вас не влезла. Вообще все шоколадки влезут в сад. Да. Давай, Давид, продолжаем нашу дегустацию. Какую пробуем? Вот эту. Вот эту? А давай вот эту. Вот эту. Ну хорошо. Вот эту, да. Вот эту. Давид хочет вот эту. Я опять. Попробовать, наверное, сам хочет. Какая же она вкусненькая. Так как сегодня он угощает Алину, поэтому... Давай, давайте вот так. Давай. Ну что скажешь? Не знаю, что это? Хрустит. А печенька хочет. Печенька, Дави? А печенька хочет. А печенька хочет. Печенька хочет. Это орешки? Да, молодец. Это были орешки. Я знала, что они еще хрустят. Дави, следующую шоколадку выбираешь? Это стала желтая шоколадка. Молодцы. Небольшие. У нас еще много-много шоколада, да? Давай, возьмем какую-то другую. Куда она идет? Домой. Домой идет? Давай возьмем шоколадку. Какой мы будем? Вот эту. Сестру. Давай вот эту. Вот эту. А я предлагаю вот эту. Вот эта только есть. А это подглядывает, хитрая. Ладно, все. Давай тут эту. Я ничего не смотрю. Я ничего не вижу. Мне почему-то кажется, что видишь. Нет, я закрытыми глазами закрыла даже очки. Даже очки закрыла, но это уж серьезно. Давай, угощай Арину. Да мне. В нос, в нос. Но Юй еще шоколад не ел. Там шоколадка с такими хрустящимися штучками. Что за штучки? Такие хрустящиеся круглые. Да, рис хрустящий, да? Да. Давид, ты тоже так считаешь? Да, Давиду, по-моему, все равно, что жевать. А вы шоколад. Да? Угу. Молодцы. Итак, у нас осталось вот 4 шоколадки. Арина одевает очки. Мы продолжаем. Давид, чем мы угощаем? Ты кладешь вот эту. Вот эту? Да, ты кладешь вот эту. Вот эту. А, закрываю очки. Это Давида глаза заблестели. Давид, ну это было не для тебя. Ты посчитала, что там сильно много, да, для Арины? Открывай рот, он что-то дает тебе? Ой, еще и уронил. Давай этот кусочек Арине. Да, вот это просто упало. Аккуратнее уже как-то. Попал? Молодец. Хвост. Ну почему? Очень даже вкусный кокосик. Правда, Давид? Это очень невкусная гадость. Ну, кому-то гадость, а кому-то самая вкусная на свете шоколадка. На вкус и цвет, как говорится. Давид, какую следующую шоколадку мы дадим? Я думала, что я его люблю, но я его не люблю. Мама, где я? Давид, на, угощай. Нет. Я
классный шоколад. Ты будешь угощаться? Нет. Это черный шоколад. Держи. Это черный шоколад. Да? Да. Правильно. Такой черный вкусный горький шоколад. Вот такой вот горький. Ты даже захотелось запить. Мне очень хочется попить. Ты вот он не дунет, а мне не раз. Держи. Спасибо. Ты все, не участвуешь? Ты наелся? Петя. Конфета? Какая конфета? Катька. Тебе не понравился черный шоколад? Надо заесть, значит. Да. Она горькая. Ты выплюнул? Я хочу заесть. Дави, Арина одевает быстро очки, и ты находишь самую вкусную шоколадку, которую вы закусите сейчас, эту горькую черную. И какую я не угадаю. Одевай очки. Дави, ну что, продолжаем. Все, ты наелся. Я предлагаю вот эту. Мне очень нравится упаковка. Такая очень какая-то рождественская прям. Она такая красивая, посмотрите. Такая как будто специи каких-то. Давид, ты будешь пробовать? Это белый шоколад с... опять этими хрустящими штучками и еще что-то. Корица. Почти. Я не знаю. Это у нас белый шоколад с корицей и хрустящими пластинцами. Арина была абсолютно права. Арина уже выиграет с большущим отрывом, и мы у нее осталась последняя шоколадка, вот она. Тоже спасибо, рождественская упаковка, конфета. Получилось интересно. Вы обязательно напишите, друзья, какой вкус шоколада любите вы в своих комментариях. Опять орешки. Ну, возможно. Миндаль. Правильно, молодец. Арина с большим разрывом побеждает в этом непростом челлендже шоколадный. Да. Так и разбирайте нас в шоколаде. Да, это все-таки мой канал, и я на его выиграла. Если вы любите шоколад, ставьте лайк. Много лайков, друзья. Да. 100 тысяч лайков. Обязательно подпишитесь на канал Мисс Арина. Всем пока, друзья!